Здорово, чатик, здорово, всем привет. Ну вот так вот, если то видно оттеночек зеленый, да? Но ИРЛ просто, оно прям зеленое, сука, зеленое. Прям, я бы даже сказал, ядовито-зеленое. Ну нормально уже, да? Прости, я думал, это пиздец, как оригинально. Смотри, все, что связано с жиром, ты точно оригинального ничего не придумаешь. Самая оригинальная шутка была, ну реально, с которой можно проорать. Типа, почему Ламыч все время ходит недовольный? Он не из полной семьи. Блять, вот... Ну вот это, вот это достойно випки. Вот это достойно випки шутка, например, да? А вот эти вот банальная хуйня в стиле там здорово тощий, там, ну это хуйня полная, это еще, блядь. Я уже в детском садике от этой хуйни не смеялся, блядь. Хотя я был худой, блядь. Шок. Сегодня куча делишек было. И рельнулся конкретно. Ты весь школьный период жирный был? Нет. Я очень жестко стал набирать, короче, после выхода Modern Warfare 2 2009 года. Почему? Ну, сидячий образ жизни стал преобладать. Совет от диетолога: никогда не ешь на голодный желудок. Так, еще раз. Совет от диетолога: никогда не ешь на голодный желудок. То есть вообще никогда не есть? Слушай, ну совет хороший. Ну, физраствор наше все. Ну, совсем слабый на ЦМ. Я не знаю, зачем тут парашу пикает. Блять, это просто абсолютно нулевейший герой, блять, на лейне. Просто дизайн героя ему нравится. Сейчас бы вырускай мага, блять, пикать хуйню эту. Волосатую, блять. Ладно, я сам тоже очень плохо сыграл. Мы уже напрягаем чела. Это настоящий. Просто разъёб вообще. Ультра слабые противники. Депрессит кит. Бля, ну это... дефолтные 19 минут. Катка вот это вот. Ну вы поняли. Бетик 21.08. Спасибо за игру. Я считаю, Бэтмен неплохо играет, да? Мирана снайпер. Вот это, блядь, дабла нахуй. Победная. Well. Увы. Так, что с липом будешь делать на пиранале? Ну, это уже другой вариант. Ну, ФБ было. То есть, успех игры зависит от First Blood, да? Все, ты день прям не как получил. В 2007-м, нахуй. Вы горите. Ура. Что будете делать с этим? Буду денаить. Хорош! Вот так вот, вот. Мужик сказал, мужик сказал. Так, я тихо сказал или я тихо сказал? Как сказал, так я ов, блять. Ты переехал, мне кажется, да, конечно, переехал. Я в Сеуле теперь живу. Какая же мне пизда, блядь. Беги, Форест, блядь. У меня ботинок только-только приехал. И у меня даже с ботинком МС меньше, чем у него с Инглейсом. Бля, какая же мне пизда опять. Ну давай, ладно, дракона убьем. Так давай, ладно, и этого тоже убьем, хули чё. Бля, чё я делал? Ёбаный рот. Я его хочу наоборот отблочить. Я не туда кинул, ой, не туда нажал, блядь, мув. Эта хуйня дотянулась. Ну давай вот этого просто дамажу. Ой, я убил его. Макс огромный, пиздец. Вот этот вангуард. Вангуард ебучий, конечно. Не знаю, мне кажется, его еще надо подрезать, либо... Ну блин, ну какой-то либо... реально стал сильный, слишком... Ну. Либо реворкнуть нахуй. Я появляюсь. Заебись. Нормально, меня не порезал. Парни, ну, надо говорить, видимо, да? Ебать, ебать. Ебать, ебать, блядь, ты шо? Шизот храсть, блядь, я три века, блядь, фармить буду. Ну, вот фарми, тебе веселуха. Пиздец. Ну, ладно, Мэйль летит в целом. С Мэйлем как-то это расколупать в целом может, да? А то это, конечно, пиздец. А это стрим-снайпер, что ли? Ну так охуевше играет. Все решили там подохнуть. Хорош, хорош. Кади надо же карашить. У тебя кто-то что-то спросил? Почему ты тискиваешь совет, который не нужен вообще никому здесь? Ты спидранер бана? Я запросто оформлю. Hello guys, today we are speedrunning ban account on it. Twitch TV slash Aileme, блять. Так. Камба пошла, блять. Стрела. Бля, мега хорош. Можешь название трека? Тебе нет.
ты плохо себя вел. Так, а что там, скробл не работает, что ли, или что? Почему пику не сделаешь? Слушай, ну, я не такой прям любитель аниме, чтобы там боку на пику там сделать. Нихуя загнул сам, охуел. Ты бы прекращал без стрима аниме смотреть, реально. Палевно, да? Палевно. Да. Увы, блять, увы, аниме. Шо пика? Пика в этой игре вообще не спасет. На мне Тиник, я сдох. На мне Алхимик, я сдох. На мне Акс, я сдох. Против каждого из них. Джакира рейнджит. Мы всегда с ним держим большую дистанцию. Вилка рейнджит. Все. Вообще, блять, смысла пики просто нет, блять. Я тут чисто стеклопукич, блять, такой. Блять. Конечно, Акс. Суперпозиция, кажется, против меня. Да, игра против Акса. Когда начинаю стрелять, надо сразу БКБ нажимать, чтобы я в БМ не убился. Блять, как забыть и забить на девушку. Бегал ебанутый, недавно узнал, что у нее есть парень. Ебанут, живу воспоминаниями. Может, нужно, чтобы мне ебало разбили хз, что делать? Ну, я тебе одну мудрую вещь скажу, блять. Она очень важная в жизни вообще. Значит, смотри. Прошлое всегда тормозит, блять. У тебя есть будущее, и это гора, на которую надо взобраться. Понимаешь? Ты просто прошлое разъебашь нахуй в щи, разруби топором, разрежь мечом, ножом, как хочешь, блять. Просто любой способ. Все, забудь нахуй. Это было, и хуй бы с ним. Ты получил жизненный опыт, сделал выводы и пошел дальше. Все, блять. Нет другого варианта. Ну, ты хочешь сказать, я не базу сейчас загрузил. Не, ну нагрузил нормально базы. Вот эта вся хуйня в стиле там, ой, меня там баба бросила. Блять, чел, ты через несколько лет будешь это вспоминать с улыбкой на лице и вспоминать то, насколько ты был наивным дурачком, потому что это все полная хуйня, важен лишь ты и твоя карьера, блять. Как тебе обновлен Акс 100? Значительно более скиллозависимый стал, контролируемой крутилкой. Ну, это классно, это классно. Уход от рандома — это почти всегда хорошо. Поэтому, да, вот это там... блядь, я там что-то это... Это все хуйня полная. В этом мире существует лишь одна проблема. Реально, ну, реально прям, сука, проблема. Она называется «умер человек». Вот когда чел умер кто-то, да, там, из друзей или близких, блядь, ну тут погрустить реально можно, даже нужно. Потому что тут ты ничего не поделаешь, все, человека нет, все. А сидеть вот это вот, умирать, блядь, хуй пойми почему и хуй пойми зачем, это абсолютно несерьезно, по-детски, и не имеет никакого смысла. Блядь, ну немножечко бы, сука, хелпы, было бы так классно. Вот, на, тебя, блядь. Ебать, он ему спиливает, конечно. Ебать, он ему спиливает, ебасосину. Боже мой. Что за кастрюля, блядь? Скажи это, когда играешь в Пое. Что это? У меня в Пое 38 ачивок. Сет забрал. Заебись, поиграл. В чем проблема? Про рандом? А, так не, Пое это совершенно другая игра. Ты что? Это если говорить про киберспортивные игры, да? Такие соревновательные, да? То в киберспорте чем меньше рандома, тем лучше. Почти всегда. А такие игры, как Пое, это, ну, грубо говоря, да? Грубо говоря, ну это же вообще почти синглплеер, блядь. Там у тебя интерактив происходит только чисто, блядь, ну, там, поторговать там, за бомжами какими-нибудь. Все, блядь. Because Axe cut us off on a base. Killed Windrager and just staying and chilling. Ты же хочешь Пое 2, я ебу. Так уже Пое 60 вышло, блядь, давным-давно. Я не знаю, чего вы привязываетесь именно к этой цифре, блядь. Там поешка постоянно обновляется, вообще какие-то апдейтики, прикольчики там выходят. Блядь, не успел. Vision, 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 you have sticks. Sell this off, please. I don't know, I think you got too much rank actually. You are so fucking bad. So fucking... I totally agree with you. I am so fucking bad. Признаю всю хуйню за собой. Признаю. Так, нужен жир плюс толстота. Так, хороший предмет. Скайди. По рекомендациям советчика играем. Скайди берем. Вот если я куплю Скайди и лузну, я забаню того советчика. Все правильно? Ну это ж так делается. Ебать, лип в бездну.
Да я не в ту сторону. Вот если накоплю на скаде, я куплю скаде. Но если не накоплю на скаде, то я не куплю скаде. Ну, вроде очевидно. Ехал скади через скади. Видит скади в речке скади. Скади, 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 скади. Ну, а там дальше придумайте. Красиво. Ну да, они просто ждут, пока я появлюсь. Чтоб мне наебало прыгнуть. Блять! Нормально? Эх, вот бы саппорта, чтоб поддержали немного. Блять, ну как ему вот везет он на крипов, сука? Вот он мой саппорт. Поддержал, да, хорошо. Иди в жопу. Да, да. Увы. Блять. Увы, сука. Оп, ага. Чик-пык. Пошло, пошло. Эндорфины пошли. Нахуй пошли. Лотусес, гайс. Say Lotus is bots, not guys. Lotus is bots. Что он несет, блять? Там фул пива вообще, экстрим пивмастер, блять, или что? Что он несет, блять, вообще? Оп, а, блять, увы, не видно. Блять, увы, подсейвить бы что-нибудь кинуть, эх, блять. Подсейвик вы какой-нибудь там это чё, хоп-хоп, блядь. Увы, сейва не будет. Бан, слушай, ну я не купил скади, поэтому сейвит. Я же скади не купил. Только начал следовать совету из чата, купил только ультимейт орб и сразу проиграл советчику бан. Ну вообще, исходя из такой логики, то да, можно забанить. Ну, я не буду, я сегодня экстремально добренький, потому что... Классно дела поделал с этим. Мне кажется, даже если в чате, если кто-то напишет, ты хуесос, я его не забаню. Давайте узнаем. Я хуй... Блять. Сука. Ладно. Если инфалка очень случилась, но тот опнул сервак. Он такой, ай, блять. Team is down for routine maintenance every Tuesday. What is this, like, Tuesday? А, среда, ёпты, да, всё, до свидания. Хорки, спасибо за игру. Среда, Wednesday. Wednesday в башке у тебя, всё, пока. Что ж, увы. Блять, я поезд зашёл. Ёп твою мать нахуй. Перезагрузи, да не будет уже доты, пошла нахуй дота. Шо, всё, мы зашли в нормальную игру, где точно получим удовольствие. Логово, не хочу я бить этого босса, блять. Он просто вонючка. Ёбная. Нам нахуй. А, вот так вот, да. Увы. В игре какой-то, есть какой-то, он реиграбельный контент или чисто по кайфу играет. Какой-то. Какой-то контент есть. Какого-то контента нет. Да иди нахуй. Воль Голубика, Гранд Супервкусно, согласен. Ну, мне оригинальный больше всего понравился. Если говорить про Супервкусно. Хоба! Красиво, алтарь откисает. Хоба! Этот еще поживет. Кинул за тебя в голосами Вольда, потому что ты лучший стримлер. А это надо, да, вот это надо. Да, значит, смотрите, приехал я на своем Гелендваген, ряженом нахуй, автосервис. Мне предлагают навешать чисто приколов, сука, понтовых. Либо катки поставить режённые 22-е, блять, чтобы нахуй шину еле видно было. Чё делаем? Так, тёлочки очень любят деда, правильно? Есть инфа в каких магазах эти энергетосы продаются? В любых. Просто где-то есть, где-то нет. Эд умирает, бандос умирает. Ну ты там потявкай хуйню какую-нибудь. Перед смертью. Можно. Увы. Тут немножко похилим. Здесь немножко захилим. Тут немножко пизданем. Гайс, есть смысл играть в Darkest Dungeon 1, если раньше не играл? Или можешь сразу ДД2 начинать? Ну смотри, первый Darkest и второй — это очень разные игры. Очень разные. У них core геймплей одинаковый, но все, что вокруг core геймплея, все нахуй разное. Первый Darkest Dungeon — это полностью пошаговая стратегия. Второй Darkest Dungeon — это Rogue Light с пошаговой стратегией. Вообще, блять, абсолютно разные игры. Pymation
Записывай, на экзамене будет, блядь. 3 года вместе и 1 минуты сожаления. Спасибо, конечно, большое. Но, увы, сапка равно 0. Увы. Мурашки по спине побежали, когда после убийства последнего босса Виктор лишь толкал. Ну да. А как ты видел первый трейлер Даркеста 2? Там вообще разъеб ультра эпичный. Ща, блядь, ща. Ты походу не видел, блядь. You were right to fear the world. It has gone mad. The gutters brim with poets. And decency lies burning in the street. But this is not a time for heroes. Look instead to those battered souls who have known fear and failure in ample portion. But rise again to reclaim a glimmer of hope from the spreading stain of the darkest dungeon. Да, это жестко. Ненавижу Ламыча. Так, спасибо за соточку. Привет, ну как тебя там, а точно Ламыч? 4 года смотрю твои стримы, каждый просмотр делает мне больно, не только морально, но и физически. Физически я стал похож на тебя, а морально стал похож на Кибрина. Не знаю, правда, что из этого хуже, но спасибо тебе за каждый проведенный с тобой день. Ненавижу. Пожалуйста. Пожалуйста, кушай на здоровье, как говорится. Смотри, не обляпайся там. Ты еще решил с расширителем анонса поиграть, в скобочке синий гол, или просто по кайфу поиграть еще? Не, сейчас по кайфу поиграем. Просто если добавлять синий огонь, то должен быть смысл играть на синем огне. Должен быть смысл, понимаете? А так просто, чтобы... Это меня не устраивает. Вот это уже дэмэдж, блядь. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сколько по времени примерно заняло, чтобы дойти до лаз-босса в прошлый раз? Ну, получается 50 часов. Это причем имея большой опыт ДД первого. Так, побухаем. В честь нашей ошеломительной победы. Немного аниме. Дарков дрочево, потому что игра ультра не оптимизирована, но на реге там просто ёбнутся и абсолютно уродская стрельба, блять. Это если по фактам. Меня всегда ссорятся. Ну так бухлишко надо покупать своим братюням. Корпоративчики мутить там, покупать зажаренных этих хряков, блять, бочонки с вином. И все, и нормально будет леса. Чуть-чуть поиграл, чуть-чуть подрубил, что-то там дотка, кряшмя, блядь, непонятно, нихуя. Что-то сломали, что-то починили. Доброй ночки, сладеньких снов. Чатик, приветик, кто уже зашел? Здорово, чатик, здорово. Как энергетосы? Классный, мне оригинальный очень понравился. Желтый, ну вот он как раз оригинальный. А нахуй идешь, блядь? Тэпать, стоп. Я на базу. Блять, ебаная дура пьяная, нахуй. У чела ПТ Джавелин. Он меня убивает без шансов. Чё, герой в порядке, хули? Да, Дизоли, не буду играть Дизоли. Чё ты дизолировать собрался? Блять, ну... На коте актер, что ли? Меня хотели трахнуть, но, ха, увы. Спасибо за игру. Да. Ну это понятно, что я доту еще одну не регну. Это понятно, что я доту еще одну не регну, да. Я тебе звонил, тебя вообще, блядь, сказали, телефон недоступен, нахуй. Я тебе автоответчик там отправил, там послушаешь. Давай, сейчас. Я ни разу этой хуйней не пользовался. Сегодня 13 часов 31 минута. И хуесос, блядь.
Ну, чё, а что-то не так? Ты мне скажи, что-то не так было сейчас? Хорошо, хорошо. Ну, ставь пятерку, у меня 50 жетонов, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот нормально. Вот это они пошли нахуй, конечно. Я не успел тебя похилить. Не играйте здесь, не знаю, там, мид, топ, что-нибудь, идите, блядь, отсюда нахуй. Я тут сам спушиваю. Хелп нужен. Я бы КБ еще. Беги! Ну ладно, не беги. Блядь, не успел нажать. Меня крип убил, блядь. Давай пойдем дальше, с блинка можешь въебываться, шмач. Просто у меня сейчас вот так, и у нас ультрадемонтаж начинается. Я умер. Как умер? Зайди ко мне. Погиб, может. Ты видел этот хайлайт, не? Не. Блядь, это ультражака, блядь, вообще. Скиньте енотику, это... Скиньте клип енотику, ебать, это бомба вообще. Мы в Resident Evil Village играли, там буквально эта фраза, блядь. Причем там такая, ну, типа, драма, сцена, вся хуйня. Как умер? Погиб. Блядь. Сука. Это очень смешно, прям пиздец. А ты куда давишь, нихуя ты, блядь? Блять. Увы, не видно героя, блять. Видно? Вс, сапики только остались, мы вам стоять. Тебя есть помазать? Ох, ебать. Ебать. Увы, сильно сыграл течка. Другой бей, блять, у тебя другой барак. Нет, у меня другой барак. Блять. Ну, видишь, рядом, нет, рядом рейдж барак нету. Стоит такой. Ну нету, нету, видишь, уже нету. Хора Лотус, ты решил не покупать, да? Всю хуйню и купил, самый полезный арточ. Иди ты в жопу, самый полезный арточ. Купи, говорит, купи это, купи сё. Я не могу фармить. Так ты реально бот, блять, какой-то. В секунду. Тебе говорить надо, реально, что делать, блять. Просто как-то, блять, сопли собрал, блять. Еп-еп. Что это? Против кого ты Шиву собрал? Кто там жестко регенится, как псих, блять, ну. Ты дурак? Ну, да. Ты дурак? Я? Да. Три физик урона, с руки просто челы бьют. Зачем Шива? Блять, ты очень удивишься, сколько Лотус армор дает. Очень удивишься. Ты очень удивишься, сколько дает минус атак спида Шива. Так, давай смотрим. Так, минус атак спида сколько? 45, нихуя себе, блять. Слушай, ну, хорош, реально. А чё умираешь тогда? Тебе еще Лотус в этой игре дает 30 армора. Потому что вот эта хуйня у него не работает. Именно поэтому он при каждые 5 секунд ее накидывает. Так у тебя КД у Лотуса, блядь? Меньше, чем 5. Ну не меньше, чем 5. Больше, чем 5. Но не намного больше. Ебать. Увы. Увы, блядь. Увы, вы погибли, блять. Это, слышь, а чё, ты, кстати, рейдж нажал бы, не дамажился. А у меня КД был рейдж. Хор. А почему лам еще умер? Потому что погиб. Блять, ну это логично, как минимум. Короче, не, если не так будете загуливать, то мы уже проигрываем эту игру, которую мы на зиму будем играть. Нахуй ты шабана убил? Ты вообще ботяра, блять. Ты мне скажи, ты вообще бот, блять. Ты собираешь керасу, ты играешь просто сумму, блять, ладно. Что, да мне все равно, что ты мне рассказываешь? Я просто нажимаю кнопки случайно на клавиатуре. Батя, ты куда?
Так, надо выйти. Ой. Пиздатя. Пиздатя, вареничек. Блять! Ты куда, Хор? Хор! Ты куда? Пиздец, чел. Какой же это кринж. Какой же это кринж, Хор, ёбаный рот. Да. Увы. Никс ушел в Вендетту и в мид побежал. Хуёво. Не, он у меня остался. Белка, блядь, потому что прибежала ко мне. Ой, блядь, как я бы разультился бы сейчас. Не отжал, но все равно норм. Бля, вот у него вроде там почти 4к хп, нахуй. А что-то он, ебать, умирает. Ты, по-моему, погиб. Или умер. Это я Никсу, конечно же. Тебя сосу. Как говорит Роспирит, очень приятно. Да ты заебёшь. Что такое, Танис? Спасибо за игру. Привет! Так, ща, не стартуйте, мужички. Давай. Чат, помогите, есть кого первый Darkest Dungeon на моменте запуска миссии дропает с игры моментально. Ни ошибки, ничего. Комп слабый. Оригинально ответил, да? Просто скачай на мобилку. Ты что делаешь? Ты вообще нихуя не сделал. И чё? Вау! Мелко увидела, как зажигается. Чё зажигается? Вывеска. Вольта. А чё это, кстати? Это просто на рекламу, типа, или чё? Ну да. Ну и плюс холодильничек, еп. Yes. Yes. Все хотел. И чё, сколько пива можно туда закинуть? Банок 40. Холодильник. Мана. Нет, маны. А он не вкачал, да, понял? А. Я не понял, а куда мой герой прыгнул? Ясно. Ага. Понял. А почему меня настолько сильно замедляет? Спасибо, Лизуш, спасибо. Бля, нахуя в доте настолько много ублюдских героев? Это очень приятно сейчас было. Я два левела с него получил. Без Вижена интересно играться. Как он тут оказался? Чё за хуйня? Как он вообще здесь, блять? Блять, что? Бэмс. Блять, медуза такая приятная монобомба. Блять! Что за хуйня? Клинк с баем. Идите пушите. Гем берет БХ. Well. Хорошо.
Блядь, в чем проблема твоя? Кентавр, спасибо за игру. Хорошо играл, если бы не выебывался. Но на антимаге против медузки, конечно, приятность. О, мужички, я на сегодня в дотку наигрался. Да, тоже все. Я пошел, покушаю. Пойду покушаю и регнем Darkest Dungeon 2. Тут уже, по сути, еда есть, но она, наверное, уже остыла. Не, нормально. Нет, хлеб, мне надо хлеб. Сейчас схожу за хлебом. Во времена выхода Street Fighter 2 никто и подумать не мог, что боты могут читерить, но опытные игроки, сражаясь с сильными ботами, начали что-то подозревать. Слишком уж они были хороши. Поначалу поражение от бота воспринималось как норма, просто недостаток мастерства. Но со временем выяснилось, что бот Street Fighter 2 нажимает инпуты ударов настолько быстро, насколько человек просто физически не способен. Это при... Ебать, шо за консервная хуета, блядь. Подило к таким ситуациям, когда связка ударов от бота была на самом деле двумя связками в одной и сносила 90% здоровья, охуенно, хотя должна была в два раза меньше. Просто прости, если трахнул, человечишка ебучий, блядь. Просто, ну извини, если я отъебал тебя, блядь. Сука, мешок с говном, блядь, кожаный. Игроки тогда очень сильно жаловались, но никак не могли это проверить. И долгое время читерство бота в Street Fighter 2 было лишь очень правдоподобной легендой. Зельда 2 играет не игражур. Видал я вашу Зельду, блядь. Где там нахуй? Блять, че, весело? Пиздец. Вот. Ой, ладно, нахуй. Пизду, блять. Реально в пизду, нахуй. Я буду играть в Darkest вечность. Зельда все равно лучше, чем ВЗ2, увы. Да не, просто вот то, что я посмотрел по геймплею Зельды 1 и 2, тут просто давали вот эти, блять, блоки. И все. Из них делают просто фул ебень какую-то. И все. И это все. ВЗ1 от ВЗ2 чем отличается? Тем, что в первый Warzone можно было играть хоть как-то, во второй уже просто невозможно. Жека или Чайка, объясните, как норм сетапить тринкили, тупо на рандоме лутать в каждом ране. Знать основные механики своих героев, которые у тебя в пачке. И понимать, что им давать надо, опираясь на эти механики. Блять, да хватит мигать нахуй, пожалуйста. Че она мигает? Я ебу, че она мигает. Indistinct and ill-minded. Блять, это че, шутка no какая-то? Awaits you here. Почему ты, блять, мигаешь? Ты... Бля, я не могу нахуй. Что ж. Who will step forward into the light? Увы. Глаза отсвечивают. Так вообще флешбэнгает, блять, жестко. Нахуй нам не надо, блядь. Бля, какая же женщина, ух. Вы прикиньте, насколько у нее грудь упругая, прям. Ладно. Ты чё? Ты чё, блядь, шутишь? Я тебя выключил! Бля, это уже вообще не смешно.
Заебись сегодня мне настроили, конечно. Да там упало на полу что-то, чат. На пол что-то упало. Да я поднял уже. Кулам начинает с жопы, кстати, спасибо. Хочу тебе порекомендовать сыграть через флагелянта. У него самый ебанутый хил через три путь, и плюс он стакится по отраве, и позиционка очень хорошо с чумницей. И также еще рекомендую сыграть культистом, также играют все желаемые позиции. Просто рекомендация зачекать. Хуй тебе и мне. Нам похую. Пожалуйста. Бля, компас дают. Бля, чуваки. Ну, как говорил мой дед, не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный. Блять, можно я схожу? Ебать, ты нас спамил. Well done. Malaise measured. Верни деда, блять. Дед охуел немного. Ну ты чё, блядь? Once again, teetering on that terror. Увы, забрали. Ну да, у него реза много. Это вечный блайнд, блядь. Просто вечный, блядь. Ага. Так. Деда решил выиграть эту хуйню. Опять блайнд, ну что ж. Как классно, что у тебя 40 рук. Да, муфрест нужен высокий на этом боссе. Блять, какая же ты падла. А он на нее мув забрал. Понял. Так, шут напрягся. Попади, пожалуйста. Увы. Passion quiets the howling mind. Шут. Да, шутился. Ну да, короче, на этом боссе надо в руку сливать супер жирного какого-нибудь чела. И просто в ебак ему заходить. Опять блайнд. Как ты, блядь, заебал. And now, the greatest test
of all. Шафл охуенный. Короче, я к этому боссу, вот если у меня у фронтлайна нету 100% муфреза, я нахуй не пойду к нему, блядь. Чё, ну он просто на абсолютных похуях шафлит, блядь. This wound at least has been tended to. Sacrifice bestows immense absolution. Ой, блядь, рука. А сколько там Дездора, блядь? Может, ты умрёшь всё-таки уже? Да, спасибо. The warrior's death. Redemptive and transcendent. Мне даже повезло два раза. Этого босса всё равно нахуй не убить вообще. Какая же огромная разница между другими боссами актов и этой хуйнёй. Просто пиздец. Up ahead. Морозильник от Вольт, конечно. Вот, ебать. Смотри какой, а? Красавец. Что-то не горит. Так не, ему если подсветку включить, то на вебке стробить будет. Но у меня хуёвая камера, потому что... Когда фонарик цвет у меня будет зажужжать, да вы сегодня настраивали баннерочек, а он не поддается на адекватной настройке. Плюс еще, я говорю, у меня камера плохая, она та передает не те, вообще не те. Может светиться красный? А он на вебке будет розовый, блядь. Вот как так. Поэтому тут все не так просто, как ты думаешь. Неужели будет новая вебка? Не, не будет. Jesus! Вообще заебись. Ой, я визуальный баг немножко заметил. Смотрите. У нее у юбки... Юбка в правую ногу. Текстура. Залезает. Сейчас немножко нас подожгут. Да, этот босс, конечно, значительно попроще. Просто признай, что ты на ее ноги смотрел, мне надо вот это вот. Как будто у нее некрасивые ноги, ты хочешь сказать, да? Просто в первом Дарксе скорость варьируется всегда. Есть у каждого героя средний показатель, а здесь как? Понял, никто не знает. Ну тогда пойду посру. Что питомец дает? Шанс получить кровь 5%. Кровь это... Расходник. Дает 50% увеличения урона. Крит. Еще что-то. Вот так вот нахуй. Блять, как же я рад клипам некоторым. Загрустил, посмотрел, уже ржешь как конь. Например. Так. Лавочка. Ай, блядь. Ай. Лавыч. Блядь. Ладно. Что ж. И вот этого долбоёба вы смотрите, да? Я в ахуе. Сидит, блядь, мужик. 28 лет. Орёт, корчится, блядь, как будто его в жопу ебут. А вы хихикаете с этого. Бля, ну это кринж, конечно. Обожаю этот клип. Почему X2? Не понял. Давай, давай X0.25. Ha 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 ha!
Ебать, у меня умирает человек, блядь. Ламыч с телефоном пошел в туалет. Ты из прошлого, что ли? Чё, холодильник оф, электричество экономишь? Почему он работает? Подсветка просто не работает. Я могу включить подсветку, но у тебя глаза вылетят, блядь, хотел сказать. Но у тебя глаза вытекут от стропа. На нахуй. А ты куда? Видишь ли ты в этой игре альтернативу деду? Ну, типа липера можно в таунт танка собрать. Но у деда два таунта можно сделать. А у липера нет. А чё, в смысле живой? Не понял. Что-то я как-то хуёво посчитал. At last, the world's mind is free to remember a time before the cancerous corruption. Жень хотел бы озвучить Darkest Dungeon 2. Конечно, вот сижу, думаю, блядь, сейчас бы попердеть в микрофон, чтобы записали мой пердеж, и чтобы я, блядь, пошел нахуй, да? Я пошел нахуй. Я вообще спать хотел, блядь, пойти. Опять сетапы. Да эти, блядь, игры ебучие, это бесконечная хуйня, блядь. Просто можно играть и регать вообще без остановки, блядь. Чатик, доброй ночки. Я уже вмираю нахуй. До свидания.